Здравствуйте. В эфире «Дневник Евро-2024». Передача о проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу в самом разгаре стадии плей-офф. И о предстоящих четвертьфинальных матчах мы сегодня будем говорить, как всегда, с вами соведущим Первин Горчу. Первин, здравствуй. Здравствуй, Эмин. Ну и у нас сегодня в Zoom-подключении гость нашей передачи, тренер сборной Азербайджана по футболу Ариф Асадов. Ариф Мялим, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ариф Мялим. Рады вас слышать, Ариф Мялим. Много тем, которые хотелось бы обсудить сегодня, но темы, именно говоря о предстоящих матчах Германии, Испании, Франции, Португалии, хотелось бы коснуться перед этим последней игры в стадии плей-офф. Это матч Австрия-Турция, очень интересная встреча, которая прошла в Лейпциге. Завершилась победа турецкой сборной. Немного хотелось бы пройтись по этой встрече и уже перейти потом к предстоящим матчам четвертьфинальной стадии. Ариф Мялим, очень такая непростая победа сборной Турции. Мы наблюдаем, что уже не первый раз во время матча турецкой сборной идет дождь в Германии, а им, помимо соперника, еще и с погодой приходится бороться. Вот как отреагировали на эту победу? Как вся Турция, я думаю, весь Азербайджан болел за Турцию и следил за этой игрой с волнением. Если до игры Австрия считалась фаворитом, но сама игра показала, что Турция была на эту игру мотивирована как бы не 100%, а 120%. Несмотря, что в их составе отсутствуют некоторые ведущие игроки, но в игре присутствовал такой командный дух, дисциплинированная такая команда, которая выполнял четко задание тренера. И я думаю, что этот дух победы дала команде до конца выдержать волевые бойцовские качества игроков за командным духом, они победили эту игру. Казалось ли, что все-таки второй тайм физически где-то сил уже мало оставалось у турецкой команды, учитывая владение мячом и ту территорию, которая была у австрийской сборной? Да, эти забросы в штрафную не приводили ни к чему такому. Да, были моменты, но учитывая еще последний момент на последних секундах в исполнении Баумгартнера. Вот то, что физически сборная Турции в конце как-то старалась уже на удержание играть. Ну, это ясно, когда выигрываешь, где-то это команда больше старается удержать счет. Если в целом анализировать турецкие команды игры и даже группы, они больше уделяли время в основном на того, чтобы на результат. Uh-huh. Где-то красивая игра отсутствовала, но главное было цель, чтобы результат, чтобы выйти из группы, минимум, как бы задача. И в этой игре тоже, забив начальный гол, и они начали ставить задачу, чтобы удержать этот счет. И поэтому где-то можно было видеть, что да, турецкая команда устала. Обычно, когда ты обороняешься, больше силы тратить. И это было видно по игре. Главное, чтобы они выдержали и победили. Ариф Мялим, а как вы оценивали шансы сборной Турции перед матчем в целом и шансы Австрии? Я сказал, я в целом, я фаворитом я считался Австрия, потому что эта команда на одном дыхании прошло вот эти все групповые игры, где все считали, что один из сюрпризных команд, это считается Австрия, который показывал очень скоростной и динамичный футбол и коллективный. Поэтому считалось, что Австрия по процентам, она немножко до игры выше показала. Но сама игра наоборот все показала, что дух турецкий, коллективный победный дух этот сыграл важную роль. Ну, они до матча отмечали, что у них дух 2008 года, и он перешел на эту команду, и они смогли показать себя во всей красе, и всей командой показали хороший характер. Да, я согласен с вами. Чувствовалось, некоторые критиковали Мантелло, что турецкий сборный показывает нехороший, какого-то не привлекательный футбол. Мы знаем, что итальянский тема, она больше оборонительного плана, да. А турецкие, мы привыкли, как бы они больше атакующие. И вот чувствовал, что Мантелло создал такой балансированный команды и может обороняться, и где может атаковать такой. Ну вот мы, получается, Первин, сравнили сегодняшнюю Австрию с тогдашней Хорватией, да. 2008 года. Тогда Хорватия тоже всех выиграла. Тогда у нее даже было 9 очков в группе, у Австрии было 7. Ариф Мялим,
все-таки что изменилось в турецкой сборной после ухода Штефана Кунца и прихода Мантеллы? Какой именно стиль игры вы заметили? Я считаю, что они более стали играть дисциплинированно, выполнять установку, которую поставлена с тренером перед игрой. Структурно начали играть, больше отбирая мяч и быстрый переход к атаке. Раньше мы видели, как турецкие команды доминируют, а сейчас было наоборот. Они больше принимали соперника на своей где-то второй, первой зоне, где при отборе мяча появлялись у них шансы контратаковать, где у них были такие скоростные футболисты впереди. В основном они игровой стиль видно в таком стиле. А вот чего именно не хватило в игре с Португалией, где, по сути, не было создано каких-то моментов и было видно все-таки превосходство? Все-таки тот автогол надломил или что-то было другое именно тактически? Думаю, португальская сборная, оно по классу выше всех, которые были в группе, соперник у них в группе. Даже и поэтому класс игры, поставленная игра, которую эти футболисты давно уже играют вместе, у них более сыгранность, чем у турецких. И я думаю, что Турция на эту игру больше ставку не делала, как на эти две игры, что они знали, что в основном они могут заработать очки на Чехии с Грузией. Да. Поэтому больше ставку делали на это. Даже они Арда... Тренер дал отдых, да. Да, да, отдых некоторым футболистам, чтобы в основном они знали, что середина у Португалии очень сильная, и там надо будет больше силы тратить. Поэтому поставили тех игроков, которые они больше оборонительных планах, где должны были больше обороняться. И я, ну, как сказал, ставка делалась в основном на эти две игры. Ну, теперь перейдем к матчам 1-4 финала. Австрийцы с 1954 года ни разу не выиграли в плей-офф ни одного матча. С 1954? Ну, тогда каждый раз, когда выходили, да, они проигрывали на этой же стадии. Да, в Швейцарии был тогда чемпионат. Это когда венгры в финале уступили сборной ФРГ, тогда Пушкаш играл. Да, я думаю, сейчас легче будет Турции в следующем игре, потому что они как минимум задачу выполнили. Сейчас у них уверенность есть своя. Поэтому я думаю, эта уверенность может их еще дальше, чтобы они могут пройти. Возможно, возможно. Кстати, именно ты отметил венгров. Турция стала второй командой в истории, в плей-офф, в которой в основном составе вышло два тинейджера. 19-летний Арда Гюляр и Кенан Йылдыз, да. Йылдыз, да. И, кстати, после венгров. После венгров. Первый раз в Венгрии было, это в 64-м году именно на чемпионате мира. А теперь... 54-м, да. 64-м. А сейчас на чемпионате мира. Европы. Европы. На Европу чемпионат. О предстоящих матчах 1-4 финала. Ариф Меалим, Германия, Испания. Игра в Штутгарте. Вот многие называют этот матч ранним финалом. И тогда, когда немецкая сборная все-таки забила гол в ворота Швейцарии, понимали, что она в сетку правую не попадает и в финале с Испанией не встретится. Вот вы бы тоже назвали этот матч ранним финалом? Да, я бы тоже назвал эту игру ранним финалом, потому что эти две команды, которые до сегодняшнего дня показывают зрелищный футбол, я считаю, и Германия, и Испания, они и в атаке, и в обороне такие балансированные команды, где привлекают зрителей своей игрой и больше забивают голы. Поэтому трудно сказать, что в этой игре кто фаворит. Я, например, считаю, что мой фаворит в этом за войну чемпиона Европы — Франция или Германия. Франция или Германия. Ну, вот, поэтому где-то процентов 10 я считаю, что Германия победит. А если в полуфинале сыграет Германия и Франция, а кого больше будете поддерживать? Тогда уже больше будет Германия. Германия. Да. Как все-таки должна выстроиться игра? Все-таки испанцы больше владеют мячом.
Но сборная Германии мяч тоже не захочет отдавать. А сборная Испании, она практически на протяжении очень многих матчей владела мячом больше, чем соперника, держала территорию. Но кроме матча первого тура группового этапа против Хорватии, когда испанцы меньше владели мячом, впервые в истории меньше соперника владели мячом, хоть и выиграли со счетом 3-0. И вот сейчас все-таки какую тактику будет выбирать Нагельсман, по-вашему? Но вряд ли действует вторым номером, а все против Испании играют вторым номером. Вы как тренер, как вы это видите? Я считаю, что вот у обеих команд немножко стиль игры изменился. Если взять Испанию, раньше они больше играли как Барселона играл, тики-така. Да? Мы видели больше передач, они держали касание мяча. А сейчас они играют по-другому. Они сейчас как отбирают мяч в себя в зоне, быстрее атаками они стараются перейти в зону соперника. Поэтому Германии будет тяжело играть с Испанией, потому что скоростные атаки у них увеличились. А то, что у Германии тоже появились на этом поколении, у них сейчас хорошие появились. Если посмотреть назад, там 5-6 лет назад в Германии был такой спад. А сейчас появились лидеры команды, где они могут против любой команды тащить за собой. И поэтому сказать, какую тактику выиграют, я думаю, что обе команды будут страховывать друг друга. В основном игра будет идти в второй зоне, в центре поля, чтобы обезопасить свои ворота. Потому что если какая-то команда сядет в свою зону, то шансов, рисков больше, где пропустить гол. Поэтому в основном будет действовать в середине зоны, чтобы при потере мяча у них было время, чтобы защищать свои ворота. Время и зона в таком плане. Это мое мнение. Не знаю, игра как будет. Первин, вот мнение Арифмалима ты разделяешь сейчас? Да, где-то я разделяю, именно в плане того, что у испанцев игра изменилась. Раньше, как Арифмалим отметил, они играли в тики-таку больше. Но они все равно больше владеют мячом. Больше владеют мячом, но раньше преобладало большое количество игроков Барселоны в сборной Испании, когда они выигрывали чемпионат мира и 2 раза чемпионат Европы. Но сейчас состав относительно поменялся, много молодых игроков. Скорее всего, в этой игре с Германией скажется опыт игроков, у кого нервы больше выдержат. Ну, здесь ты опять где-то на Германию начинаешь. Да. Но вот, Артем, такая защитная линия, Джонатан Тау не играл с Данией, то есть связка с Рудигером, Штолтенберг. Насколько это такая сильная линия обороны? И как вы думаете, правильное было решение не брать Хумельса? Если решили так, значит правильно, потому что никакой тренер не захочет, да, чтобы оставить хорошего, взять какого-то ниже уровня. И это так показывает сама игра тоже, что я считаю, один из сильнейших защиток сейчас в мире – это германская защита во главе Рудигера, где он в реале показывает такую стабильную игру. И видите, как он характер показывает в каждом эпизоде. Когда он отбирает мяч, он как бы заводит свою футболистов. Так надо играть, так надо играть. Вот это главное, что черта лидера команды. А в Испании немножко больше, я считаю, что у них атакующий план сильнее, чем у Германии. Поэтому интересно будет атакующие, как они будут выдерживать атаки Испании и действовать контратаке. Арифмалим, а вот вы как тренер можете объяснить, может быть, даже и зрителям было бы интересно. Мы часто видим, что в отборочных матчах задействованы все игроки. Мы всегда видим всех игроков, которые мы привыкли видеть в клубах основных игроков. Не бывает такого, что резко кто-то не вызван в сборную. А вот накануне чемпионата вдруг раз, и мы видим, нету Бранта, рассмотрим, там нету Ройса, как в Англии, нету Грилиша. Вот как эти решения принимаются все-таки? Здесь в основном все зависит, какой он философия и какой он футбол хочет показать. И роль этого футболиста в его команде. Мы даже в советское время видели, что, например, был покойный Федор Сиженков. Он
чемпионате за «Спартак» показывал очень хорошую игру, но он не попадал в сборную. Да, где Лобановский. Да, да, да. Да, да. Это не зависит от качества игрока, это от тренера, он какой стиль игры, и в этом каждой позиции он какой, рассматривает какого стиля этого игрока. Поэтому здесь надо на это обращать внимание как бы положительно. Иногда, и когда ты берешь этого игрока и не используешь, это может сказываться на атмосфере команды в целом. Обычно эти игроки, лидеры, когда они не участвуют в составах, где-то начинаются вот эти как бы настроение нехорошее, это может влиять на общую команду. Негативно. И поэтому где-то, да, негативно. И где-то поэтому тренеры на это идут, берут, потому что это краткий, да, чемпионат. Там очень за месяц все проходит. Если это был длительный период, например, отборщица, то тогда можно какого-то один раз не вызвал игрока, а другой раз можешь вызвать. А здесь такой период очень краткий. И все в основном здесь много зависит, какая обстановка в команде. Дружные или же там какие-то там негативные эти разговоры. Это очень как бы один из сторон, где на это обращает внимание. Да, тренер на это обращает внимание. Понятно. Например, Бельгия, сборная Бельгии. Вратаря взяли Куртуа. Да, хотя он в финале восстановился. Но он весь сезон травмирован. Да, весь сезон был травмирован. Может, где-то там не рискнули. Ну, да. Где-то можно было взять, но этот лидер, если он не будет его ставить, может какие-то там негативные эти, поэтому такие тренеры делают такие шаги. Бывает, что личные отношения все-таки тоже, да, как-то влияют. Потому что вот как у Канцело не получилось с Гвардиолой, то есть... Бывает же, что личные отношения влияют на то, что игрок не остается. Ну, личные отношения же мы не знаем, какие у них. Да, но хочу сказать, бывает, но они остаются за кулисами, да, где-то. Может быть, эти вещи бывают. Они в сборную, где тренер обращается, что самое главное, чтобы у него команда, атмосфера была хорошей. Ариф Мялим, такой вопрос и Первину, и вам. Как вы думаете, все-таки в первом тайме в матче в Штутгарте кто будет все-таки такую более изучающую будет роль, а во втором тайме будет открытая игра? Какую игру вы ждете? Я думаю, да, начало будет игры такой разведочной. Может, чуть-чуть зрители, потому что играют в Германии, там атмосфера будет требует, чтобы Германия немножко давил, да. А потом будет зависеть, как будет складываться игра. Mm. Какая команда забьет, какая команда пропустит. По ходу будет все видно. А если будет ничейный, я думаю, будет такой команды, чтобы они будут держать баланс, чтобы не пропускать главную и поймать свой момент, чтобы где-то забить. Первин, тоже так думаешь? Я думаю, если Германия в начале игры сможет забить, то они заберут игру. Потому что в последних играх они показали, как делают напор на первые 10-15 минут, давят соперника, но с реализацией у них пока что не получалось. Наверное, в этой игре они смогут это изменить. Но то же самое и с Испанией. У них тоже очень хорошая атака. Да. Мы увидим очень насыщенный футбол. Мне кажется, что ранние голы будут. Сначала я тоже будет, так думаю, да. Да, такой волейбол. Кто-то кого-то поймает на контратаке. Да, причем будет ранние голы именно и все ворота, и в эти, а потом уже до перерыва голов не будет. А потом второй тайм изменится. Или же они устроят голевое шоу. Вот Луис де Фуэнте, главный тренер сборной Испании, сказал: сборная Германии – фантастическая команда, за которой играют одни из лучших футболистов планеты. Это команда с высокой организацией игры и дисциплиной. Но немцам предстоит встретиться со схожим соперником, очень целеустремленным, прекрасно организованным, неуступчивым и рвущимся к успехам. А вот Юлиан Нагельсман отмечал, что всегда есть куда расти. Я был очень доволен первыми 20 минутами последней игры против Дании. Но мы не должны форсировать игру. Надо сохранить терпение и спокойно играть с мячом. Если продолжим делать то, что мы делали в те первые 20 минут, нас будет трудно победить. Опять же, он к этому ведет, что... Здесь я считаю, что большой роль сыграет тренерские, по ходу игры, тренерские действия. Как они будут по ходу игры игру менять.
Даже замену. В этом, да, и в замену самой игры, потому что я думаю, что таких уровней сборной есть у них несколько вариантов. Например. Если этот вариант не проходит, они могут перейти на другой вариант. И здесь большую роль сыграют тренерские действия во время игры. И здесь, я считаю, испанского тренера немножко более опытный, чем германский. Чем немецкий. Здесь может где-то сказаться вот этот тренерский опыт в сторону Испании. Перейдем к матчу в Гамбурге. Матч Франция-Португалия. Такая афиша: Мбаппе против Роналду. Алиф Малим, сборная Франции пока с игры не забила. 2 автогола, 1 пенальти. Пропустили, кстати, тоже с пенальти. Как вы думаете, с чем это связано? Проблема ли это взаимопонимание в атаке или, может, какая-то другая проблема? Я тоже, вот для меня тоже сюрприз, что в сборную Франции уже несколько год они с тренером и те же игроки играют вместе, но сама игры не видно. Обычно в прошлых чемпионатах мира и Европы Франция своей игрой, с которой они понимали друг друга, сразу замечалась. А в этой игре пока еще не намечается. В основном ставка делается опять на результат. Очень тяжело. Немножко в линии атаки Мбаппе видно, что не в той форме, которой он раньше был, и это сказывается на их игре. Они где-то доводят с центра до линии зоны атаки, а там что-то не получается. Если в этом плане они прибавят, я думаю, что их игра улучшится, и результат будет более лучше. А Первин, Мбаппе, вот по моему мнению, Мбаппе, может быть, немножко бережет себя перед переходом в Реал. Согласен ли ты со мной? Возможно, он бережет себя, чтобы в начале сезона себя хорошо проявить в новой команде, чтобы быть всегда в старте и быть всегда заряженным. Но не будем забывать, что чемпионат Европы тоже важен для Мбаппе, для сборной Франции. Он не был чемпионом Европы. Да. Но если брать в целом игру Франции, то они играют блекло как-то. Немного с Бельгией у них игра была относительно получше, чем в групповом этапе. Но опять-таки они не смогли реализовать свои моменты, несмотря на то, что они доминировали всю игру практически. У них как бы хромает реализация больше всего. Что проблема? Да, и от них ожидали более красочные игры, более яркие игры, но они так же, как и англичане... Плюс не показывают этого. Не хватает, вот, Первин и Арифмей, вы нам, возможно, согласитесь со мной, в завершающей стадии не хватает того жиру, которого мы видели даже в Катаре. Согласен? Да, я тоже согласен, потому что Мбаппе и остальные футболисты, которые играют в флангах, они больше любят на земле, да, как бы играть, дрибли, обводить, там, да. Создать голевой момент через зону. А жюри немножко, если не получалось, они делали навесные мячи, где он мог бы головой завершить. И он всегда атаку. Завершал. И Австралии завершал. Да. Трудные моменты, он или со стандарта, или там. Да. Бывает план А и план Б. Да. Если у тебя не получается в игре через созидательный футбол, например, комбинированный, то уже ты должен перейти на другой план, где меняешь систему игры и начинаешь вот эти использовать через стандарты, через навесные передачи, где там жюри как бы лидер атаки считается. Жиру. Ариф Малим, вот Роналду, учитывая то, что да, он очень эмоционален был в матче со Словенией, Первин, помнишь, да, его слезы, когда он не забил пенальти. Вот как вы думаете, то, что он перешел в Саудовскую Аравию, сказывается ли это на его игре в сборной? Потому что здесь очень много игроков в Европе играющих, здесь немножко другие скорости. Может, он не всегда успевает возвращаться? Вот заметили ли вы это в его игре? Да, конечно, это все сказывается, потому что там может быть в чемпионате 2-3 игры, где встречаются равные соперники, и там скорость игры, да, динамика выше. А он, когда он играл в Испании или же в Италии, там почти каждая игра в таком темпе идет. И где-то сказывает. И, конечно, возраст тоже где-то сказывается. И один из, который действует на его игру минусом, я думаю, что очень он сильно хочет в этом чемпионате показать, хочет себе забить гол, и это ему мешает. Я считаю, что
Вот несмотря это что он такой забить опытный. Забить гол, но... да. Да, да. У Мбаппе вот был это этот барьер, он забил с пенальти, да, вот этот, а Роналду еще не забил. Роналду долголевой, вот, для того, чтобы забить. Волнение, вот какое-то волнение присутствует у него, он не дает ему играть да. Как раньше. Угу. Парвин, как думаешь, Роналду станет звездой этого матча или все-таки уйдет в тень? Он, скорее всего, сыграет на команду. В этом матче. Потому что все будут ожидать, что он возьмет игру на себя, но, скорее всего, он, как и в прошлой игре, дал передачу. Наверное, здесь тоже он отличится передачей. И плюс, учитывая сплоченность команды, для него сейчас важнее именно не свое, а результат. Да, а результат команды в целом. Я думаю, португальцы что-то покажут интересного. Альфмен, как вы думаете, он стал более командным, нежели индивидуальным? Потому что мы помним на чемпионате мира в Катаре, когда они разгромили Швейцарию, он был недоволен тем, что он не забил. И вот так неприятно было, учитывая то, что команда выиграла, все радуются. А вот здесь это более командный Роналду, нежели в Катаре. Я считаю, что более командный сейчас он играет. Вот этих игр более для команды. Даже голы, которые забивались, через его ассист забивали голы. Да. И еще может общему команду мешать присутствию Роналду. Где-то та команда хочет, чтобы он забил, и все большие атаки, когда у каждого игрока, они первым ищут Роналду. Это тоже может где-то помещать сборную Португалии в атакующем плане. Как у Швеции и... в свое время с Ибрахимовичем было проблем. Да, да, да. Да. Вот такие параллели провести. Ну что ж, учитывая эфирное время, завершение своей прогнозы. Альф Малим, вот, например, я думаю, Первин, то, что в матче Германии-Испании будет серия пенальти, и сборная Германии все-таки вывезет, сможет пройти дальше. А португальцы, возможно, в дополнительное время смогут все-таки одолеть? За счетом 2-1 смогут одолеть Франции. Альф Малим, ваш прогноз хотелось бы узнать. Мой прогноз, Германия обыграет, это 2-1. Ага. Франция обыграет Португалию, может, 3-2 тоже. В основное время, да. В основное время решится. Может быть, пенальти в этой игре может быть. Франция и Португалия. Все. Но, скорее всего, я ставлю на 3-2 или 2-1 вот в таком плане. В основное время выиграет Франция. Первин, твой прогноз, учитывая твои симпатии к Германии, да. Я надеюсь, Германия выиграет домашний чемпионат, не только этот матч. Кстати, ты отметил про Рональдо, что он из Саудовской Аравии, приехал, и еще Н'Голо Канте также из этого чемпионата приехал, но он показывает очень стабильную игру, и в каждом матче он один из лидеров всех матчей, там характер, несмотря на то, что да, он ушел в более слабый чемпионат, форму он поддерживает. И, судя по этому матчу, наверное, здесь еще битва будет Н'Голо против Роналду, как у них и в Саудовской Аравии это происходит. Но, я думаю, Португалия вырвет победу. В основное время? В основное время, да. Там... Они по последним играм кажется, что они больше хотят победить, чем французы. Французы как-то блекло играют все матчи, но Португалия более горит. И, учитывая после последнего матча, после того... героического, да, сейва в Диего Кошта, который он сделал в последней игре. У них больше желания выиграть не только этот матч, но и весь чемпионат. Покажут матчи. Будет интересный матч. Альфмен, спасибо вам большое. Было очень приятно слышать ваше мнение как тренера, как специалиста. И будем не раз еще приглашать вас. Спасибо, что уделили время. Было очень интересно побеседовать. Вам тоже спасибо за приглашение на эту передачу. Благодарю вас. Спасибо большое. Первин, спасибо тебе. Спасибо, Эмин. Я напомню, что нашим гостем сегодняшней передачи в формате Zoom был Ариф Асадов, тренер сборной Азербайджана по футболу, мой соведущий Первин Горчу, я Эмин Ахмедов. Смотрите «Дневники Евро-2024» на телеканале CBC. Всего вам доброго.